Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Хочу вам показать свои очередные покупки за август, но хочу начать именно с подарка на день рождения от мужа. Я у него сама попросила, можно так сказать. Это вот такую цепочку и сережки. Я давно хотела какую-нибудь цепочку именно для отпусков. Это наше золото, это не английское золото, потому что английское золото мне не нравится, оно такое как желтовато, но, по-моему, 300 какой-то там проба, а не 585, поэтому я именно, естественно, попросила у него наше золото, и я хотела какую-нибудь цепочку, которую я могла бы носить в отпуск. Обычно, когда я летаю в отпуск, я одеваю Деву Марию, цепочку с кулончиком, и обычно там ношу. Но мне, знаете, захотелось, вот лечу на самолете, потому что это мой великий страх, я одеваю эту цепочку и этот кулончик. А вот в самом отпуске мне хочется, знаете, что-то такое, чтобы это не был ни крестик, ни связано как-либо с божественной силой. Что-то простое и не громоздкое, чтобы это можно было и купаться в этом, как вот в купальнике, да, на какие-то там экскурсии, чтобы вот было что-то такое вот легонькое. И вот эта вот цепочка мне пригляделась, и вот он мне ее подарил. Он купил это заранее, и уже мы когда были в отпуске, когда у меня было само день рождения, тогда он мне это подарил. Здесь стоит она, вот видите, она по грамму 40, вернее, на 43 сантиметра эта цепочка. Здесь мне 2 грамма, ну почти 3 грамма, и стоит она 174 паунда, ну или 209 евро. Вот такая вот у нее кулончик, вернее, застежка, и это такая вот двойная цепочка, мне вот именно хотелось двойной, здесь вот такой шарик и палочка, ничего, знаете, такое прям сверх чудо какого-то, то есть велосипед изобретать мне не хотелось, что-то простое, вот шарик такой вот и чуть ниже палочка, то есть без всяких, как говорится, прибамбахов, такая вот простая. И мне нравится, что вот такая вот палочка, если, допустим, какой-то купальник, да, то это смотрится не как-то очень дерзко, не смотрится, знаете, что у вас там 10 килограмм золота на вас, а такая вот, видите, тоненькая, миленькая, она подойдет под абсолютно все, как в отпуске, жарко, я обычно люблю, знаете, в отпуске одевать какие-то шорты, футболки, такое, чтобы было просто и легко, и вот как раз-таки она под все и подойдет, и под какие-то платья летние, и под футболки, и под купальник, в общем, все, такая ненавязчивая, не громоздкая, и мне именно нравится, что она двойная, здесь вот такой вот шарик, и вот такая вот палочка, здесь без всяких надписей, без всего, просто простая палочка. Как краткость сестра таланта, так и простота. Так что вот такая вот мне цепочка очень приглянулась, я давно на нее, если честно, засматривалась, и вот наконец-таки она у меня появилась. И второе, это сережки. Вот такие вот кленовые листочки, они выглядят большими, но они очень легкие, они полые внутри, здесь всего лишь, видите, 3 грамма и 188 паундов они стоят, ну или 226 евро. И они вот такие, вот у меня своя история с кленовыми листочками, я давно хотела кленовые листочки, прям очень хотела, причем искала такие, знаете, советские кленовые листочки, но, к сожалению, их не найти. Ну и когда я увидела вот эти кленовые листочки, у меня, знаете, это уже давно, вот давно я хотела, высматривала у этого продавца вот эти вот кленовые листочки. Хотя мне больше хотелось, конечно же, советского типа, но мне кажется, их вообще уже не найти, если только делать чисто под заказ. И вот такие вот, они легкие, это вот здесь, видите, английский замочек, давайте откроем, вот английский тут замочек,
Все просто, я люблю английские замочки. И вот такая вот, здесь вот такие вот камушки, скорее всего, это все-таки циркони. Вот так вот они одеваются, то есть они, получается, будут не так висеть у вас, а вот так кверху будет кленовый листочек. Красивый, сейчас вот, мне кажется, модно вот клевер, кленовые листочки, ну, даже, наверное, клевер все-таки, он больше сейчас популярен, сейчас чего только с клевером нету, но мне кажется, клеверочки тоже красивые, у меня есть сережки клевера, они, правда, не золотые, а тут вот мне захотелось именно, знаете, чтобы с ними можно было и купаться, опять же, я больше для отпуска их брала, просила, вернее, обычно я в отпуск беру колечки, ну вот что-то мне захотелось, наконец-таки, вот эти вот кленовые листочки, вот такие вот красивые. Очень легкие, несмотря на то, что они выглядят такими массивными, да, здесь вот, повторюсь, всего лишь 3 грамма, поэтому они такие вот легкие, не утяжеляют ушко, и вот такие вот красивые кленовые листочки. То есть вот как раз для отпуска, когда солнышко, так вот это... Красиво все будет поблескивать. Так, вот этот кленовый листочек выглядит. Вот эти кленовые такие листочки. Вот они. Также я купила вот такие духи от Zara, очень хотела попробовать их, многие сравнивают с парфюмом от Tom Ford Lost Cherry, у меня есть Lost Cherry, но мне не нравится он тем, что он абсолютно на мне не стойкий, вообще, от слова совсем, буквально 10-15 минут и аромат больше не ощутим. Он в какой-то момент как будто бы... можно сказать, держится подольше, может быть, зависит от времени года, потому что я, например, пробовала его как-то на работу, и там, знаете, вот как будто бы он держался, этот аромат, но тоже не скажу, что он держался долго, нет. И многие сравнивают его с этим ароматом, он дешевый, он стоит 11 паундов 99 центов за 30 миллилитров, и там чем больше миллилитров, тем выгоднее его покупать. Это аромат относительно новый, он 2023 года. Есть несколько там ароматов, может быть, я еще прикуплю другие. И он именно вот этот вот Cherry Smooth, это аромат сладкий, вишневый, такой ванильный, фруктовый. Здесь именно, знаете, вот вишня, именно такая косточка вишни. Очень-очень классный аромат, я уже, кстати, его пробовала, здесь вот почему-то написано, видите, 9,97, не знаю почему, отклеиваете, написано 12,95, в общем, я тут не знаю, что тут за какие-то непонятные ценники, но на сайте он стоит 11 паундов 99 центов за 30 миллилитров, и... Это вот такая вот версия, у них есть, как я уже сказала, несколько ароматов, вот этот, конечно, что-то с чем-то, он держится гораздо дольше, вот на одежде, например, я попробовала, и на следующее утро, когда я взяла это платье, платье пахло вот именно вишней, вот прям настоящей вишней, наверное, из всех ароматов, что я пробовала, именно, если вы ищете вишню, аромат вишни, то это вот Zara. Потому что он и держится, и он очень ярко выражен, этот аромат. Здесь верхние ноты вишня, гелиотроп, это такое растение с фиолетовыми цветочками. Средние ноты это миндаль и боярышник, и база это бобы тонко, ваниль и слива. То есть тоже есть такой сладкий аромат в базе. Очень-очень мне понравился, недорогой, и именно из-за этого я планирую, может быть, купить еще другие ароматы, у них есть тоже из этой серии, надеюсь, что они также будут пахнуть, как и вот этот аромат, потому что он действительно прям такой, ой, прям, знаете, сладкая-сладкая вишневая косточка, вот прям такая косточка, просто супер-супер. В общем, кто ищет аромат вишни, я вам вот прям рекомендую именно этот аромат. Он еще и держится плюс, поэтому
купила его и очень-очень рада, не сожалею. Я, кстати, видела у блогера, именно она смотрела вишневые ароматы, и этот был у нее, так вот она говорила, что он именно стойкий, стоит попробовать. Вот именно это меня и сподвигло его купить, потому что я разочаровалась, я вообще разочаровалась в Tom Ford. На мне они вообще не стойкие и стоят кучу денег, а вот этот недорогой и он держится. Также я купила мицеллярную водичку в Лидле, там была скидка на нее, она и так недорогая, плюс еще и дополнительная скидка, вообще прекрасно, здесь очень удобно, потому что есть вот это вот, видите, помпа очень удобная, сюда вы ложите ватный диск и все прекрасно. Я им заканчиваю макияж, вернее снятие макияжа. Сначала я пользуюсь другой мицеллярной водичкой, потом могу каким-то маслом или же просто маслом. И в конце, как правило, просто подтереть уже вот этим. То есть просто если где-то что-то осталось, может где-то чуть-чуть, наверное, чтобы убедиться, что все точно снято, в основном именно тушь, я уже заканчиваю вот этим средством. Поэтому, в принципе, недорогое и по скидке так вообще прекрасно. На Look Fantastic была скидка, и я себе про запас взяла два карандаша от Анастасии Беверли Хиллз. Постоянно их показываю в пустых баночках, так же, как и в покупках. Покупаю их обычно на про запас, потому что пользуюсь ими на работе. Повторюсь, мой любимый карандаш от Клиник. Но его мне как-то жалко тратить на работу, плюс еще его нужно точить. А это быстро точить не надо, естественно, расход у него большой, быстро заканчивается, поэтому жду, когда есть скидки на Look Fantastic или на Cult Beauty, и там их покупаю. Вот взяла на этот раз два карандаша, чтобы была у меня бесплатная доставка. Там было так и так на них скидка, плюс еще можно было получить дополнительную скидку в 5%, так что, в принципе, неплохо. Неплохая скидка получилась. Здесь вот я беру всегда в оттенке чоколад. Так, вот чоколад. Хорошие карандаши, пигментированные, никуда они не стираются, никуда они не сходят, не текут. В общем, прекрасные, в принципе, карандаши. И, можно сказать, я полюбила эти карандаши, просто они... Если я, мой любимый карандаш, он чуть-чуть светлее, буквально там на капелюшечку, это даже можно сказать особо незаметно, но все же это есть, поэтому я использую вот эти на работу, а те от Clarins, использую уже если на какие-то праздники. Вот это именно серия Brow Viz и в оттенке чоколад. Здесь идет такая вот, можно сказать, кисточка для бровей, которой я вообще не пользуюсь, и сам карандаш. Он у нас вот такой вот, столько его. Так, сейчас будем полдня закручивать. У него, кстати, очень приятный аромат у этого карандаша. Он такой парфюмированный, можно сказать. И вот такой вот у него оттенок. Это оттенок чоколад, тоненький, удобно рисовать, вообще претензий к нему ноль. Единственная претензия, что он быстро заканчивается, но все, понятно, карандаши быстро заканчиваются, но он так, знаете, относительно, он не из таких карандашей, которые, знаете, очень-очень мягкие и заканчиваются просто моментально. Нет, он не из таких, он такой... относительно суховатый, если сравнить, допустим, с какими-нибудь там типа карандашами а-ля каялами. Он не такой, он прям, знаете, идеальный. Он хорошо рисует, не жирный, очень тоненько рисует, долго держится, в принципе, держится, пока вы его не смоете, да, то есть такой. Здесь вот кажется, как бы, видите, так быстро смывается, но я пользуюсь им на работу весь день, он у меня... На бровях он никуда не сходит, даже если жарко, летом, то есть вообще просто идеальный. Поэтому вот взяла их два про запас, потому что, знаете, чтобы вот так вот он в какой-то такой неожиданный момент, когда заканчивается, чтобы у меня он всегда был, потому что он, знаете, вроде бы есть-есть, а потом в какой-то момент раз и неожиданно закончился. И поэтому я их всегда беру, так знаете, про запасик. Жду, когда скидки, и вот их беру, и вот поэтому вот два таких карандашика взяла себе.
также купила, вот очередной мне заказик пришел от Чоган, потому что обожаю эти средства, чистящие средства, они просто какие-то нереально крутые. Я вот заказала себе на этот раз много чистящих средств и планирую еще. Заказала себе еще вот спрейчики вот такие вот, да. И что у меня тут? Я уже на этот раз, если честно, заказала себе вот эту вот сумочку эту, просто для того, здесь пробнички ароматов, просто для того, что если вы ее заказываете, во-первых, у вас тут и каталог, и все как бы есть, что вам надо, с ценами, да, что очень удобно, но самое главное, что у вас тогда вся продукция будет дешевле. В принципе, я только ради этого и заказала. И средства у Чоган, они нереально крутые, они у меня обязательно войдут в открытие этого года, потому что это что-то с чем-то, вот честно, девочки, вот просто вам говорю как есть. Супер средства. Купила вот такой вот антижир. Он именно как для духовки написано, но его все используют именно как антижир. Его так, знаете, и называют антижир. Потому что он нереально классно смывает вот этот вот жир, допустим, со сковородок. Вот когда вы что-то жарите, знаете, вот этот низ сковородки с обратной стороны, он весь такой жирный, ободок тоже бывает жирный. И уже потом это не смывается, или же вам надо реально такой жесткой щеткой тереть, но там уже она тогда царапается, эта сковородка внизу, да, вы понимаете, не внутри сковородки, а снаружи. Вот этот антижир, я не знаю, как он с этим справляется, вы просто вот наносите, потом смываете водой, и у вас как новая сковородка. Я не знаю, как это происходит, но это как-то происходит. Поэтому это их учёган, это их хит продаж, просто какой-то нереальный хит продаж, поэтому я вот его тоже себе купила. Купила также для пола, тоже очень популярно у них средство, уже даже настолько, что они сделали несколько ароматов, раньше у них был только один. И он именно классный тем, что вот вы моете полы, и у вас аромат в комнате стоит нереальный. Нереальный, у них есть очень вкусный цветочный аромат, я его тоже планирую купить. Но я вот на этот раз взяла зеленое яблочко. Просто вот есть много средств, да, где вот вы добавляете воду, и у вас пахнет, да, и потом быстро выветривается. Этот же быстро не выветривается, и он такой прям ярко выраженный аромат. Классное средство, вот просто супер. Купила вот этот Багнолюкс, это такое универсальное средство для всего, но я его купила именно как для ванны, то есть именно для того, что это очень удобно. Он именно керамику моет, он моет вот эти металлические средства, все и для всего подходит, да, потому что иногда бывают такие чистящие средства для ванны, где вы моете ванну и наносите вот на эти все, знаете, металлические штучки, она такое как покрытие получается, потому что ну не совсем оно подходит для этого, то этот Багнолюкс, он универсальный. Вы моете, все чистенько, все беленько, и эти средства, ой, и эти все сверкают, сияют, в общем, просто удобное такое средство, как универсальное. Купила вот такой вот чистит трубы, у меня в порошке есть, я вам его показывала тоже в покупках, классное, просто оно реально пробивает просто лучше, чем все, что я пробовала, вот просто лучшее средство, которое пробивает. Вот я обычно делаю и потом быстро в ванне, например, очень быстро в раковине, да, в ванной комнате, очень быстро опять у меня надо было что-то использовать, опять прочищать, потому что моюсь какими-то там маслами, все вот этот вот жир, да, он, естественно, чаще всего, как говорится, весь удар принимает на себя, и поэтому очень быстро засоряется. Но у меня раковина не такая, да, то есть не открытая вот эта вот штучка, и засыпать туда порошок, ну, очень тяжело, потому что как только он соприкасается с водой, у него такая какая-то химическая реакция происходит, что он такой становится прям кипяток, невозможно до него дотронуться. А туда засыпать, ну, не получается, потому что у меня такая как сверху штучка стоит. И я поэтому взяла гель именно для того, чтобы удобно было залить. Так как Чоган средства мне тогда безумно понравились, вообще для меня это было просто какое-то открытие, я поэтому взяла вот гелевый именно. Взяла вот от москитов, комаров, потому что вот в отпуске все это, как говорится, средства нужны. И вот, например, для Турции, я знаю, что в Турции
комары, в Турции могут быть москиты, поэтому взяла вот этот спрей, не знаю, попробую, хороший он или нет, посмотрим. Обычно средства, которыми я пробовалась, они ну так себе были, особо не помогали, если честно. Ну вот попробую очагом, потому что я просто в каком-то была нереальном в восторге от тех средств чоган, которые я попробовала, ну и решила, что ладно. Я знаю, что у них очень классное антизагар средство, вернее, для загара средство просто нереальное, но я не люблю такие средства, но знаю, что очень популярно оно среди девочек, его постоянно берут, и оно часто out of stock. Ну вот, решила попробовать именно вот этот вот москита против комаров. Посмотрим, вот в отпуск в августе, это будет у меня выставлено в августе, да, но я им именно планирую в августе в отпуске, вот когда мы в августе в отпуск поедем, там я планирую его использовать, потому что мы едем, ну понятно, не 1 августа, и вот там именно планирую использовать это средство. Зубную пасту взяла на пробу также, очень она у них популярная, знаю, что тоже ее рекомендуют дантисты, говорят, что о том, что действительно классная паста, сами дантисты. Поэтому у них есть и отбеливающие, у них есть и с алоэ вера, но вот взяла вот эту с углем, не отбеливающую, я не люблю отбеливающие пасты, ну вот посмотрим, посмотрим, вроде должна быть хорошая. Что я тут еще взяла? Взяла еще вот эти вот спрейчики, понятно, для использования, например, вот того же Багналюкса, для того же Оуэна, да, то есть для них, в принципе, взяла. А, что тут у меня еще? Парфюмчик у меня еще. Взяла парфюмчик. Так, у меня тут 111, это Tom Ford Lost Cherry. Знаете, в поиске какого-то идеального Tom Ford Lost Cherry. И, кстати, я его нашла, потому что сам Tom Ford мне вообще... На мне вообще не держится, и мне нравится аромат вишни, я вот что-то искала, и, кстати, знаете, я вот уже нашла, если честно. Это Zara, они недорогие, там, по-моему, 8 паундов стоит, но это такая вкусная прям косточка вишни, вот что-то с чем-то, что-то с чем-то. Но так вот они выглядят, я вот тоже взяла очагана. Давайте потестируем. Ну, пахнет, пахнет, кстати. И пахнет действительно как вот Tom Ford Lost Cherry, да, вот эта вот вот эти косточка, да. Надеюсь, что они не держатся так же, как Tom Ford, потому что на мне Tom Ford не держится. Ну, вроде пока что вроде пахнет. Посмотрим, как пойдет дальше. И опять же, их можно купить реально недорого. Да, вот сейчас прям аромат, знаете, пошел. Купить реально недорого этот парфюмчик можно. Вот 111, да, здесь. И, допустим, даже если вы не хотите вот на работу, например, на работу, да, я не хочу покупать парфюмы за 50 паундов и пользоваться на работу, мне как-то жалко. Я покупаю дорогие парфюмы, если я вот куда-то иду, например, вот я в отпуск еду, я пользуюсь, я куда-то там, допустим, иду на вечер, куда-то там на праздник какой-то, на день рождения или какое-то мероприятие, тогда да. А на работу просто, знаете, когда вы там, как говорится, каждый день обливаетесь, как кофе пьете, то, конечно же, я не хочу дорогие парфюмы покупать. И вот в таком есть, мне кажется, еще там, я показывала, Fragrance Shop, или как называется магазин, там тоже они там недорогие, и тоже типа вдохновлены с вот этими брендовыми ароматами, поэтому я вот взяла, с удовольствием буду им пользоваться, пахнет вкусненько, приятненько, прям как вишенка, не знаю, как будет держаться, посмотрим. Ну, также для того, чтобы мне, вот, и для того, чтобы мои любимые средства мне обходились гораздо дешевле, я купила пробнички, то есть там такая у них идет акция, что, ну, не акция, а типа как Avon, да, вы должны что-то определенное купить, чтобы вам это доставалось дешевле. Вот в этом случае нужно купить вот такую вот сумочку, это более дешевый вариант, по-моему, 60 паундов стоит, ну, как дешево, понимаете, да, но если дорогой, есть там за 100. Так что это вот такой маленький, здесь вот все ароматики можно потестировать. Ручка, как
консультанта, назовем это так. Вот здесь вот всякие, если тестеры, видите, допустим, ну, конечно же, спасибо, карточка, чоган. И что классно, что здесь вот каталоги есть со всеми ценами. Вот, кстати, вот это вот средство у них очень-очень популярное. Ну, это вот не защита, а именно для загара. Вы реально вот прям загораете. Вот, Tanning Oil, вы действительно загораете. Действительно, проверяли, все это так есть. В общем, все вот эти вот, видите, тут средства. Я люблю каталог, удобно видеть все, да, цены, все, в общем, есть. Но, естественно, при покупке вот этого сумочки этой, вы ее покупаете только один раз, потом вам продукция в половину дешевле. В половину, представляете? Поэтому, например, там тот же парфюм, так он стоит 50 паундов, потому что это люкс-серия, есть и не дорогие, не из люкса серии, да, они подешевле. А вы покупаете за 23, по-моему, что-то такое, то есть, понимаете, да, в половину дешевле вы можете купить. Также и чистящие средства. То есть чисто ради этого я и заказала эту сумочку, потому что я знаю точно, мне эти средства нереально понравились, и я планирую их покупать, поэтому мне нужно, как говорится, чтобы у меня было подешевле. Вот. Так, наверное, я уже полвидео на этот чоган посвятила, но это действительно, девчонки, классные средства, вот прям вам советую их. Ну и опять же, я купила на Shine LV себе, как говорится, побрякушки. Бижутерию, это бижутерия, вот такие вот сережки с такими, видите, как мрамором, мраморные такие, как колечки, вот здесь вот они расстегиваются и снизу так вот. Вернее, не, вот здесь вот, да, на колечках. Такие вот мраморные колечки. Я планирую на свое день рождения одеть как раз-таки, у меня такое красное платье, и под него хочу вот эти вот мраморные колечки одеть. Мы как раз-таки будем в отпуске, и такие вот красивые мраморные колечки, 12 евро я за них заплатила. И также вот в отпуск тоже планирую вот такие вот взять, так как мы в Турцию летим, вот что-то мне такое, знаете, с турецким тут ассоциируется. Это вот на одно ушко, вот 18 евро, на одно ушко одевается звездочка, на другое ушко одевается, тоже вот они гвоздиками, такая вот уже звездочка с луной, и сверху, да, вот, вы уже под себя подгоняете, уже зажимаете, насколько вам нужно. Вот так вот, грубо говоря, оденете, и у вас вот так вот будет висеть. Здесь вот такая вот тоже как звездочка. Ну, что-то мне показалось таким интересненьким, непростым. То есть это такие асимметричные сережки. Ну, вот что-то такое вот интересненькое. Так вот это выглядит. Такие вот сережки на Shine LV, но она делает, я уже рассказывала, тоже эфиры, где можно, как говорится, все это приобрести чуть дешевле. Также я вот решила попробовать от Danessa Myricks, у меня есть видео про ее палетку, палетка мне не понравилась именно из-за того, что она очень быстро скатывается, но вот решила попробовать ее мультихромы, три я купила на Beauty Bay, в подарок они дали вот такую маску, розовая глина австралийская от бренда Sand and Sky. Здесь 10 миллилитров, удобно с собой куда-то брать. И вот четвертую купила уже на Sephora. На Sephora она чуть дороже. На Sephora она стоит 28 паундов. На Beauty Bay 20 паундов. То есть на Sephora дороже, но везде-везде вот этот вот оттенок Crazy for You, его уже нет, его везде распродали. Вот он остался только на Beauty Bay, ой, на Sephora, поэтому я уже готова была заплатить подороже. Очень-очень мне понравился этот оттенок, очень я его хотела, но он везде был просто out of stock. Может быть, потом его довезут, но знаете, как вот, терпения ждать не было. И вот такие вот я еще взяла Angel Heart, Sweetheart и Soulmate.
Свитхарт очень популярный тоже оттенок. Это такие мультихромчики. Видите, какая красивая у них упаковка. То есть вот таких вот получается 4 оттенка я взяла. И также взяла, давно я, кстати, хотела попробовать. Это именно ее Twin Flames мультихромные пигменты. А это уже такие металлические, водостойкие, жидкие пигменты, тоже тени. И в оттенке балерина. Я уже давно приметила этот оттенок у Danessa Myricks, но его нигде не было в продаже, по-моему, только на одном каком-то там сайте было, но там как-то доставка была дорогая, и я так и не купила. Потом она появилась на Beauty Bay, я пока думала, ее разобрали просто моментально, буквально, вот она появилась, там, мне кажется, пару недель прошло, и ее всю разобрали. Вот она есть на Sephora, и на Sephora я вот, получается, вместе вот с этим оттенком и купила. И, кстати, пришел у меня чек от Feel Unique. То есть внутри лежал чек не от Sephora, а от Feel Unique. Возможно, Sephora тоже закупает на других каких-то сайтах, ну, по крайней мере, вот на Sephora сайте был и этот оттенок, который тоже вот разбирают моментально, и этот балерина. Ну вот эти, в принципе, везде были оттенки. Вот этот вот Angel Heart очень чем-то похож на Crazy For You, но они все-таки отличаются. Мне кажется, даже по виду они отличаются. Вот я вам покажу, безусловно, покажу тоже все свотчи, но вот хочу здесь показать. Вот видите, это у нас Angel Hearts, а это Crazy For You, который просто разбирают моментально. Видите, он даже, мне кажется, по консистенции какой-то другой. Он, мне кажется, более такой плотный. И его больше нужно втирать. Мне кажется, так. Так вот они как будто бы похожи, но все-таки разные. Вот. Так, вот видите, как переливаются они разными цветами. Вот здесь вот такого больше желтого, я бы сказала бы. Ну вот Sweetheart тоже очень популярный оттенок. Он уже, видите, в популярном таком зелено-золотом. Тут еще какой-то коричневый. Вот. Soulmate. Он чем-то тоже, видите, похож, но здесь больше такого коричневого моментами, здесь же больше такого голубого. Вот он. Вот здесь, видите, здесь больше такого золотого. И балерина, он уже, видите, вот такой вот металлический, там у них есть и матовые, и вот металлические есть, как они были, ну не пигменты, а именно как спарклы, ну типа вот такого формата, и есть более такие сатиновые. Я подумывала купить, кстати, также один матовый оттенок мне понравился, но я посмотрела по отзывам, что говорят, очень сложно работать там с матовыми, нужно так, знаете, приноровиться к ним. Поэтому, в принципе, решила взять такой, который я уже давно хотела, этот балерина, его, как говорится, и в первый в мир. Такой вот, видите, он оттенок, как говорится, без всяких заморотов. Конечно, этот оттенок просто никогда у меня не закончится, но вот надо постоянно пользоваться, да, здесь его много, здесь аж сколько у нас, 10 миллилитров, то есть, ну, это просто невозможно его всего использовать, но все-таки мне не удержалось я, хотя понимаю, что он у меня скорее испортится, чем я его закончу. Допустим, этот Crazy For You хочу вам показать.
Вот такой вот он. Весь дуохромный. И вот здесь, видите, здесь именно такой, этот вот Crazy for You, здесь такой вот золотой цвет преобладает. Вот он. А вот, например, Angel Heart. Вот здесь больше такого розового какого-то. Вот. Наносится равномерно. В принципе, кисточка даже и не нужна. Вот видите, здесь такой вот как дуохром. Давайте вот сюда тоже нанесу. Это у нас Crazy for You. А это уже Angel Heart. Вот, получается, что, видите, они разные. Хотя вот так вот на первый взгляд могут показаться одинаковыми, но они абсолютно разные. Видите, вот при каком-то повороте кажется, что у вас даже вообще практически почти полуголое веко. То есть ничего не нанесено. Конечно, если это наносить на какую-то, на какие-то еще матовые тени, то будет больше какого-то оттенка, больше какого-то пигмента, скажем так. И они, знаете, такие прям действительно дуохромные. И вот этих два оттенка, вот этот популярный Sweetheart, это у нас больше вот такой вот, такое сусальное золото какое-то, ну и, наверное, такой популярный оттенок. Здесь, видите, он даже такой прям плотный оттенок, не полупрозрачный, а такой прям четкий плотный оттенок. И это такой популярный зеленый, уходящий в коричневый, здесь даже местами красный. Ну, так интересно, конечно, смотрится. И вот Soulmate, они водостойкие тоже, кстати. Вот он более такой попрозрачней. И видите, у него совсем-совсем другой оттенок. Хотя, опять же, в баночках они кажутся одинаковыми. Вот, видите, тут он совсем-совсем они разные, абсолютно разные. Ну и балерина. Тоже водостойкие, давайте их тоже сюда нанесу, плевать их нужно, но совсем чуть-чуть. Понятно, что вот этого, вот этой крохи хватит, может, кстати, на двух и не, на два глаза и не хватит. Все-таки такая вот кроха на один глаз. Это уже не дуохромный, это просто такой красивый металлический оттенок. Ну, мне кажется, даже на каждый день его можно. Вот он. Вот они. Вот это третий, очень многие сравнивают с Наташей Дюновой. Ее этот скарб любимый многими оттенок. Ну, мне как-то больше нравится от Наташи Диноны, если честно. Такие вот они. Вот. Понятно, конечно, дуохром здесь на самом деле очень сложно уловить, ну вот при таком освещении. Это все
заметно абсолютно при других освещениях, но, по крайней мере, здесь вот даже видно более коричневый какой-то, в каких-то моментах более зеленый оттенок. То есть вот в каких-то, видите, вот третий, четвертый, они уже выглядят по-другому. Вот они. Вот видите, даже тут и фиолетовый в каких-то моментах виден. Все они сверкают, сияют. Этот вот первый оттенок Crazy for You, который, как я уже сказала, везде просто разбирают, нигде его уже не купить. Ну как, мало где его можно купить, его может быть потом вернут в сток, ну вот я не знаю. И вот этот вот балерина, который тоже появился, и моментально его разбирают, этот оттенок. Мне кажется, он такой, знаете, самый носибельный, наверное. Вот. Как меняется цвет. У этих дуохромов. Этот балерина. Такие оттенки можно брать с собой спокойно в отпуск, потому что они водостойкие. И знаете, я пыталась смыть с руки, они действительно, ну, по крайней мере, с руки очень трудно смываются. Поэтому в отпуск, да, где жарко, мне кажется, это просто идеально взять с собой какие-то водостойкие оттенки. Вот, видите, как... Какие красивые. Надеюсь, что они не будут держаться так, как тени от Дайнессы Марикс, да, скатываться. Очень хочется в это верить, потому что все-таки они водостойкие. Но если вы их увидите у меня их в открытии года, то есть в конце этого года,
то значит они классные и они не скатываются. Вот, посмотрите, как красиво вот этот Crazy For You. Я не знаю, я в него сразу влюбилась. Посмотрите, какой красивый у него дуохром. Мне как-то вот он сразу меня покорил, можно сказать. Но этот, конечно, этот балерина сияет просто как не в себя. Я не знаю, на камере это не передается, но на самом деле он очень красиво переливается. Не знаю, тут никак нормально не показать, но он очень красиво переливается. Вот они. Вот видите, это вот последний этот знаменитый жук. Его многие бренды делают. Так, что тут у меня произошло? Они. У нее там несколько вот этих вот оттенков, и мне кажется, каждый найдет что-то для себя. Там выбор большой у нее этих дуохромных оттенков, то есть можно так сказать, есть из чего выбрать. Ну вот главное, чтобы они держались. Видите, по-разному он тут. Но имейте в виду, что эти оттенки, их нужно сначала нанести, закрыть глаз, подождать, чтобы они прям, знаете, высохли, засохли, и потом уже открывать глаз. Потому что если вы нанесете и сразу же будете моргать, они, естественно, сразу же моментально скатаются. То есть всем вот этим жидким теням нужно время, чтобы подсохнуть. И потом уже просто я вот, допустим, с руки, по крайней мере, я смывала фейри и прям, знаете, щеткой. Но не щеткой, вот губкой, но только не мягкой стороной, а другой, потому что его то, вот видите, тут какие-то блестки остались, потому что тяжело смывается, но с век бывает гораздо проще смывается, чем с руки, но тем не менее им нужно высохнуть, и когда они уже высохнут, вот тогда они уже не должны, по крайней мере, скатываться, потому что если они, ну, как в принципе и вот этот оттенок, потому что, конечно же, если вы им высохнуть не дадите, они будут... у вас скатаются и уже не будет вот этого однородного оттенка. Так, вот видите, как они все красиво переливаются, все красиво сияют, есть из чего выбрать этот вот Angel Hearts, так что уж точно вы себе что-нибудь найдете, я думаю. Уже, знаете, хотела вам показать, как на солнышке переливаются вот эти сережки, такое маленькое отступление.
И вот эти вот розовенькие, как они красиво смотрятся. Вот так вот, видите? Ну и, конечно, при вечернем освещении видно, что они уже сильно, можно сказать, отличаются. Здесь уже так, этот вообще кажется какой-то коричневый. Здесь уже можно заметить, что они, видите, такие уже легко, да, можно их отличить, если, например, днем вот этих два. Ну, видно, что они по составу другие. А так, не так они хорошо и явно, скажем так, заметны вот эти вот дуохромы, как при вечернем освещении. Вау, девчонки, посмотрите, как красиво эти дуохромы переливаются вот при таком искусственном, ну, в смысле, не искусственном, при вечернем освещении. Посмотрите, вот этот балерина. И посмотрите, как этот дуохром. Просто, мне кажется, это нужно носить на вечер. Обязательно эти дуохромы, чтобы увидеть всю эту красоту. Ее нужно, ими нужно пользоваться вечером, потому что этот дуохром, он просто, посмотрите, нереально, нереальный. Вот балерина еще раз покажу. И вот этот дуохром. Вот, покажу поближе. Вот балерина вся сияет, сверкает. Мне кажется, вот еще раз повторюсь, это идеальный оттенок даже вот просто на каждый день. Вот кто любит такие какие-то, такое влажное веко, если оно еще и действительно не скатывается, то просто идеально. Даже вот на лето, такой, знаете, накрасились так быстренько, раз-раз и пошли. Не нужно всяких там каких-то заморочек. Даже в отпуск, вот в отпуск брать, я вот просто в отпуск беру, ну, палетку для пробы какую-то маленькую, а так, конечно, я бы с удовольствием взяла бы даже какой-то из этих дуохромов, или вот эту вот балерину, прекрасно, хорошо, как говорится, водостойкая, поэтому почему бы и нет. Вот, покажу поближе, и вот эти шикарные просто дуохромы, конечно. Просто шикарные. Да не. Вот, тоже тут покажу. Вот балерина и дуохромчики. Смывать не знаю как, потому что, вот повторюсь, я просто фейри губкой их просто натираю, потому что вот, ну не смываются они. Предпоследнее, что у меня, что я купила в этом месяце, это, ну не я, это даже муж мне купил, я у него попросила, это вот такая вот однушка от Lentil Cosmetics, у них такие дуохромы, очень мне понравился предыдущий дуохром, и я решила выпросить еще один, на Beauty Bay они продаются, их очень там легко приобрести, здесь в оттенке Singularity, они, то есть, легче уже приобрести, если, допустим, по сравнению с, если брать с официального сайта, там все-таки доставка дороже, потому что с Америки. Здесь же на Beauty Bay доставка может быть даже бесплатной. Здесь у нас вот, что у нас тут написано. И вот оттеночек Singularity. Здесь 1,6 грамма. Вот такой вот красивый дуохром. Очень красивые у Lentil Cosmetics дуохромы. Я даже планирую еще себе парочку взять, поэтому у меня это предпоследняя покупочка, потому что последняя была магнитная палетка, но не для этих теней, а для Audience Eye, потому что у меня уже в моей магнитной палетке много Audience Eye, и Lentil начинает выселять, и если тем более я планирую еще прикупить себе парочку оттенков, то надо уже кому-то выселяться. И это выселение явно, под это выселение явно попало Audience Eye. Покажу я вам тоже эту пустую палетку, которую купила, магнитную. А сейчас вот хочу показать этот вот оттенок. Очень-очень красивые дуохромы у Lentil Cosmetics. Присмотритесь к ним, они классные. Они действительно классные. Очень красивые, вот посмотрите, очень красивые.
Видите, какая красота, какой красивый тоже дуохром. Вот. Какая красота. Как красиво он сияет, сверкает, посмотрите. Вот. Такой вот красивый оттенок. Вот здесь. Так это все выглядит. Вот так вот переливается красиво. При вечернем освещении так вот этот оттенок смотрится тоже очень красиво. Посмотрите, насколько он пигментированный. Вот он весь сияет, сверкает. Вот как красиво. Очередная бижутерия ко мне пришла. Купила я вот такие вот сережечки очередные на Anna Shine LV. Такие вот красивые булавочки со звездочками и здесь вот такого вот сердечка, они на гвоздиках, уже не помню, как-то там тоже на эфире можно купить их по скидке, но вот мне как-то понравились именно не просто то, что это булавки, а то, что булавки с такими звездочками. И я люблю, когда на гвоздиках, потому что удобно, я обычно вот, допустим, на работу, что мы так, знаете, быстренько одели и пошли. Поэтому вот такие вот красивые сережечки. И с удовольствием буду их носить. Такие вот булавочки красивые. Вот. Это не золото, это бижутерия, но у нее мне нравится тем, что я вообще не могу носить ничего, кроме золота и серебра. Да, у меня как-то чувствительные уши. Но вот эти я могу носить. Обычно вот я покупаю любую другую бижутерию, у меня сразу же начинается к концу дня уже чесаться и что угодно. Но здесь вот сколько я у нее покупала, с этим никаких абсолютно претензий не было. Поэтому вот такие вот красивые сережечки тоже решила себе прикупить. Также очередные ватные диски я купила в Лиделе от бренда Сиен. Постоянно их показываю, что в покупках, что в пустых баночках. Здесь 140 штучек. Они такие, видите, двойные, здесь хорошо они прошиты и дешевые, поэтому всегда их покупаю, и они мне очень нравятся. И последнее, что я купила, это
от бренда Audience Eye. Так как я купила очередную, я вам уже показывала, ну не я, да, мужа попросила, очередную однушку от Lental Cosmetics, то мне уже, знаете, пришло время выселения моих Audience Eye однушек, потому что вот буквально еще одна какая-то тенюшка, и мне просто уже некуда ее положить. Поэтому взяла я магнитную палетку от Audience Eye, там еще можно было код поставить и получить маленькую скидочку. Смотрите, как все красиво упаковано тут в Audience Eye. Ой, ой, тут все у меня упало. В Audience Eye, конечно же, у них коробочки очень красивые. И, кстати, при покупке, у них там была акция, при покупке палетки, вот сама эта магнитная палетка, давался в подарок вот такой бантик. Не знаю, зачем он нужен, там цвет можно было выбирать, но такая вот заколка-бантик. Понятно, носить я эту заколку, конечно же, не буду, но тем не менее, как подарок давался, ну, как бы ок. Ну, и вот такая вот сумочка. Кстати, вот сумочка удобна для путешествия. Можно сюда что-нибудь положить. Она такая вот, видите, клеенчатая. Так что вот, сумочка точно пригодится. Здесь они, как всегда, рекламируют свою новую. У них вышла новая палетка. Jewels & Gem и Stone & Rock. Неплохие, кстати, палетки. Очень красиво выглядят. Положительные у них отзывы тоже. И такие вот наклеечки. Эти наклеечки, в принципе, даются для магнитной палетки. Сейчас вам покажу, как это все работает. Так, значит, вот так вот выглядит сама коробочка. Стоит она, по-моему, там что-то 6 паундов вроде как, эта палетка магнитная. Так, здесь вот, как всегда, не открыть эти коробки. Придется рвать. Просто, ой, ну, так же упакуют, что просто кошмар. Вот, наконец-таки выбрала. Так, вот выглядит здесь, видите, можно, как у Наташи Денона, их выбирать. И здесь вот так вот все выглядит. Здесь вот такая вот прозрачная пленочка сверху снимается. Все просто упаковано, видите, переупаковано. Так, вот она. Такая вот пленочка тут. И вот так вот выглядит эта палетка. Такая вот, видите, толстенькая, пластмассовая. Здесь вот на таком как магнитике. И как это все работает? Значит, сюда вы вставляете свои однушки. Получается, здесь на 12 теней. У меня, конечно же, их не 12, но... где тут они у меня... Вот они. У меня их, конечно же, не 12, но все-таки. У меня их 8, да. Ну, что-то, возможно, еще я докуплю какие-то. Просто уже в это у меня не помещается. И как это работает? Вот эти вот наклеечки вы клеите вот сюда. Вот на эту кордонку. И потом эту кордонку с наклеечками вы вставляете вот сюда. То есть вы можете вставлять, если хотите, так, но так как бы рассчитано, в принципе, что так. То есть вы вот так вот ее вставляете вот сюда. Вот, вот видите, такой как промежуточек, вот. Вы, ну, потом, когда вот наклею, да, можно даже без наклейки, если не хотите никакие наклейки, вы можете просто вот так вот ставить, да, до конца, и у вас будет вот такая вот палетка. Ну, я, наверное, наклею, раз уж рассчитано, что вы должны наклеить эти наклейки, ну, так как бы, и... вставляете туда вовнутрь, да, и получается у вас, ну, или же, если не хотите, вы ничего не вставляете, у вас просто такая вот получается прозрачная палетка. Или вообще, если хотите, вы можете прям чуть ли не свой какой-то принт сделать, вставить туда, и у вас будет палетка так, как украшена, так, как вы хотите. Вот, видите, вот эти вот магнитики тут, и вот такая вот палетка, здесь такой, видите, большой относительно магнитик, и вот. Дырочки для того, если вы хотите как-то что-то менять, что-то перебирать. Такая вот здесь похожа, как у Наташи Дино, но такой вот как мягкий пластик. Ну, не мягкий, такой прорезиновый как будто бы пластик. Как бы. Ну, вот на этом все. Это все покупки, которые я сделала в этом месяце.
спасибо в какие-то ли подарочки, спасибо за внимание, всех целую, всем пока. Ну вот так вот эта палетка получается, когда вы все обклеили. Всегда ее тут легко вытянуть, если вы не хотите. И вот здесь получается зеркальца нету, здесь вот так вот. Ну, я зеркалом и не пользуюсь. И вот сюда вот еще буквально 4 оттенка, и будет полная у меня палетка.